Скажите, пожалуйста, что за мероприятие сегодня проходит? Фестиваль на западном рубеже. Проводит организация такая неформальная. Дым, труба, огонь, вода. Циклисты из Санкт-Петербурга. Ну, у вас гости с разных городов? С разных. Можно сказать, практически международные. А, даже с разных стран. С Эстонии? Да, Эстония, Финляндия, Белоруссия тоже. Рок-группы какие-то выступать будут? Да, вот сейчас будет Юравика выступать. Все названия групп не помню, честно говоря. Ну, вот первый будет Юравика, дальше до 11 вечера будет здесь концерт. В Авангарде первый раз проходит такое мероприятие? В Авангарде первый раз проходит, надеюсь, не последний. Как бы с организаторами разговаривали, они говорят, да, будем, скорее всего, ее жгладить. Ваши ожидания оправдались? Конечно. Даже очень, для первого раза вообще замечательно. Просто офигенно. Очень много детей, много... Даже на мотоциклах приехали с детьми люди. Просто вот там у нас в палаточном лагере даже стоят эти, ну, для детей загон там специальный. Они там бесятся, колбасятся. Ну, для детей это вообще, вон они все на мотоциклах висят, как виноград. Так что хороший семейный отдых. Пьяных все видите, нет никого практически. Ну, есть некоторые. Не без этого? Да, без этого куда денешься. Вот, как бы алкоголь здесь не продается. Семейный, хороший отдых. Сейчас послушаем хорошую группу Санкт-Петербурга. Все представители Санкт-Петербурга. А с какими-то мотоклубами Кингисеппа вы сотрудничаете, приглашали? Приглашали наших кингисеппских ребят. Вчера президент приезжал вечером, был на заезде. Видел я его, поздоровались. Ну, по причин некоторых они просто сегодня не могут быть здесь. До скольки планируется мероприятие? Сегодня до 11, дальше посмотрим. Дискотека, скорее всего, будет. Я так, диджей радиоплазма, настроенный по-боевому. Вчера им понравилось здесь играть. Готовы дальше продолжить. До завтра. Спасибо большое. Давай.